Привет, сильный человек. Это тот, кто обходит яму, или тот, кто умеет выбраться из ямы? Этот вопрос мне задал радиослушатель в сегодняшнем эфире. Сильный человек падает, каким бы сильным он ни был. Но сильный человек умеет признать свою ошибку, потому что иногда он падает по своей вине. Сильный человек умеет попросить о помощи. Он сильный и становится сильнее, потому что знает, что в одиночку сильным никогда не станешь. Он и стал-то сильным, потому что кто-то ему в этом помог, тренировал его, учил, направлял. Сильный умеет не только признавать ошибки, просить о помощи, но сильный умеет в дальнейшем помочь подняться тем, кто упал. Некоторые так падают, что, кажется, упал, да и сильный поднимает слабых, потому что он понимает, сила дана ему для того, чтобы помогать другим становиться сильнее. Сильный не позволяет эксплуатировать себя и паразитировать на своей силе. Но он заинтересован в том, чтобы более слабые становились сильными. Потому что однажды ему придется попросить помощи у тех, кто был слабее. И так может оказаться, что именно эти слабые будут его окружать. А у них сил не хватит, чтобы поднять его из ямы. Поэтому сильный помогает людям становиться сильнее. В эфире «День добрый». Я заинтересован в том, чтобы любые слабости, с которыми приходят радиослушатели ко мне, мы работали над этим, и мои слушатели уходили из эфира с ощущением, что они стали сильнее. Наступит момент, когда я буду нуждаться в их помощи, а они должны быть сильными. И если я помог им стать сильными, я знаю, в чем их сила, потому что я им помог в этом. Помогите и мне становиться сильнее. Я буду вам в этом помогать, и вместе мы обретем такую мощь, которая позволит нам сокрушать негативное в этом мире. Вы со мной? Держите 5.